6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Мне тоже это здесь все годы. Сейчас такая нормальная смотрю. Ну когда высохнет, мы же сели его мелкие крупные. Ой, мелкие крупные. Вот это. А сейчас он смотрится. Вот этот еще крупнее. Посмотрим. У меня кость есть у всего этого больше. А какой здесь? Какой здесь сортов? Это бонус. Это бонус? Да. Ну тоже так же смотри у него. Наверное, так же смотри. Так, здесь у нас 5. А, еще. Так, 8, здесь 3, 11, так, и 3, 14, здесь 4, 18, так, 22, и здесь у нас еще 6, да, 28, так же. Здесь, по-моему, было у нас 16. 16, да, 28. У этого кустиста, смотри, у него обалденная кустиста, там есть такие кусты, вот, смотри, 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 смотри. Это все один куст. Вот а норма власть. Высева здесь какая? А тут у нас норма высева. Помнишь, наверху была? Килограмма также. А, он крупный был. Это получилось где-то, может быть, блин, килограмма 150, а в штуках очень мало. Его можно было больше. Вы сеяли 150, но наверху еще лежало много, так? Нет, понимаю, 150 килограмм, да. А может быть и к лучшему, а поэтому за сотню, наверное, будет, если посчитать вот так, да? Ну и вот, смотри, тоже. Вот тут раз, два, три, да? Окей. Ну смотрю, сейчас вот это бонус, вот это галилео. Вот это тоже, если взять его, ну ход, допустим, вот. Видишь, уже дозревает. Вот двойного идет. О, бляха, кто тут сыпанет? Но это будет помельче. Ну видите, у него тоже структура такая, да. не гладкий, все рельефно, как положено. Спасибо. Пусти когда рвать. На плов? Раз, два, четыре. Алло? Четыре боковых. Добрый день. Полноценных. Да и они нет, еще у меня делятся. 7 часов самолет оказывается. 7. И вот на нем сколько, смотри. Алло? Да, в 9, да, в 9 я там. За 50 точно. Вытащу, точно, да, за 50. Это будет уже полчаса. Потом смотри, начали. Есть цветки, которые вот здесь. Хорошо, так, что, я черешни поищу. Ничего не дали. И это самое, абрикосок, да? То есть потенциал еще будет больше, а вот что-то и съели даже. Та самая совка. Вот абрикосы. Совка. Абрикосы. Поэтому. Все, тогда абрикосы. Потенциал пойду. Есть. А этот сорт значительно выше. Смотрите. Вот этот мне больше нравится. А? Уже больше нравится. Да. Мы сели мелкий был, а сейчас уже больше. Почему? У него хорошо убирать. Видишь, где бобы находятся? Выше, да. Выше. Этот кустистый большой, да? Да. Но если плотность была бы чуть побольше здесь, да, может быть и нормально. Но мы все равно его сеять будем, этот сеять будем. Вот все высевать будет, короче. Ну и смотрите. Все на семена вставляем. Смотрите. На мелкий мы сели. Да. Вот такой мы сели. А получается вот такой? А? А получается вот такой? Не, ну крупный, вот он будет хороший, видишь? Ну, да. Все нормально. Зеленый, вот этот еще наливает. Кайловый, крупный. Этот еще наливается. Ты нездоровый. Влага, если еще будет зарядить. Ну, нет, это есть. Еще влага. А давай, кстати, копанем. Рукой даже. Лопатка есть? Лопатка же есть. Лопатки нету в кармане. Ну я тебе скажу, смотри. Видишь? Угу. И вырываю, смотри, вырываю. А корень-то видишь мокрый? Да. Все, влага есть, держи. Конечно, упустили вот это. Съела бы. 10, наверное, съела. Так. Вот это, да, разделение идет? А какой сорт слева? Вот этот. Ну это ваш сорт вот этот. Это галилео. Да, здесь этот самый, смесь. Я же уже говорил. С этим. Когда здесь подбито. Надо срочно. Сорт обработать.
тоже хороший урожай будет. Ну, мне тут больше нравится, тут уже выходить надо с этого. Вон, смотрите, это уже... Это пелюшка какая-то. И ее, вот, если так посмотреть... Вот она. Здесь мы отходами рады сегодня. Вот она. Хороший этап. Это уже потери. Это уже потери, а я так посмотреть ее немало. Она красная, да? Да? Красная. Нет, это зеленовато такая. А. Зеленовато. Красная это такой же, только вот он сухой нет уже. Вот, вот это. Нет, уже нет. Да, почти не было. Цена немножко избавляется, конечно. Ну, насколько? Рубль на рубль. Это при цене какой на рубль? При цене 40? 47. При цене 47 на 2 рубля. 47, 47. Ну, все равно терять 2 рубля тоже не хочется. Ну, конечно, сейчас вот это. В прошлом году 50... Тон взял первую репродукцию, блин, посеял, а он неурожайный. Дальше идет. Смотри, этот дон 107 идет. И вот дон 107 мне больше нравится, смотри. Рядков не видно? Смотрите, да? 107. И сейчас вот проедем быстренько, посмотрите, докуда он идет. Вот, то есть нормально. Но я скажу, кущение все-таки в этом году слабее было. Ну, везде так идет. Ну, кущение, да, тут. Нет, кущение. Тут еще дождь провокационный упал. Я думал, оно погибнет, вот это поле. У меня два поля. Когда отсевались, и упало 4 миллиметра, и кое-где даже корни бросило. Процентов на 70 корни бросило. Но за счет капиллярной влаги, воздушной влаги, оно продержалось полтора месяца, когда дожди пошли. Но оно привалило. А почему приболела? Потому что корневая система была уже. Да. И она слабенькая. Защита, она, защита, можно сказать, не отработала свою. И вот эта корневая система слабенькая пошла развиваться, развиваться. И она, естественно, отсюда пошли болезни. Я вот здесь нащупал болезни, а потом все еще не просканул ее на такое тоже. То есть защиту сделал в декабре месяце с 21 по 25 числа. В декабре месяце защиту сделал. И гербициды тоже или нет? Не, не, только защиту. Фунгициды. Зерно хорошее. Зерно хорошее. Ну? Ни одной белобочки. Угу. И крупненькая. Крупная, да. Товарная. Хорошая. За 700. Удельный вес за 700 будет. Здорово. Это при этом будет, да? Ну, не все такие поля, конечно. Вот это вот поле. Тут, это здесь у нас камни. Это пайка. Это фермер не отдает, который землю уехал на Украину. А не отдает. Ну, ладно, тут уже такое дело. Кто-то скашивает, это вот зеленка, которая падает. Вернее, мать там падает. Ну, здесь 80 гектаров, и здесь у нас ячмень были, вот это, у нас день поля проходил на этих участках, смотрели, какие сорта, какие лучше дадут. Ну, вот сегодня мы сейчас проехали, посмотрели, конечно, да, остановиться можно на Дон 107, и все-таки, как оно, Юка, я вот сейчас еду Белгород, который будет показывать для Тикари, который для Ноутива. Пшеница хорошая, но она дает 60-70 центнеров. При нашей зоне, если она 40 будет давать, 40-50, это будет супер. При наших флаг зарядки. Флаг зарядки, а вообще, я считаю, где сколько было, то флаг. 200 миллиметров. 214 миллиметров.